Даня. Ну и что это? Ребята, смотрите, сегодня 19 декабря, мы встали, и смотрите, какие подарки нам принес Святой Николай. Это Данины, это мои. Это такие сквиши. У меня вот такой вот синий. Патруль. Да. А у Дани желтая собака. Как его зовут, Даня? Не помнишь? Крепыш, по-моему. О, Крепыш. Блокнотики и прянички. Как раз сейчас к чайку. Да. А у нас разные с Дани прянички. Чё разные? А, ну шарфики зеленые. Не, у него ножек нету. Или третьей капельки. Ну так, называется, найди сколько отличий. И шарфики по-другому завязаны. Ну да. Ну давайте кушайте, а то опоздаем. В садик берешь? Да, берешь садик? А еще обычно что у нас происходит на Николае в садике? А? В садике на Николае. Жора, он играет с твоим сквишем. Что, Николай приносит в садик подарки. Да, не застенчивый. Ну и выбросил. Жора пирожок вот этот свой съест, он его грыз только что. По крайней мере, бутсал. Ребята, еще сегодня вечером мы зайдем к бабушке. Обычно туда нам тоже Николай приносит всегда подарки. А сейчас собираемся в школу. Зайдем, проверим. Даня, готов? Готов. Уходим. Ребята, смотрите, мы пришли к бабушке. Вот какие тут подарки. Это кто такой? Костяна. А у тебя тоже подарки? Даня, покажи своего. Шоколад красавец, сыпется. Шоколадка сыпется, Даня. Там ничего. Здравствуй, здравствуй, с праздником. Уточка. Нет, тут не смотрит. Киндер, ух ты. А у Дани, а у Дани, а у Дани кто? Дани Дед Мороз попался. Какой-то, не знаю что. Это смурфик на скейте. Это серия смурфиков у тебя, да? А у тебя серия тоже смурфиков была? Нет, у него на тут такое плотное и тяжелое. Ну, открывай. Интересно, что это? Это футочка. Это футочка. Я это снял там. И открывается туго, она еле нажимается тут. Ого. Какой-то трава какая-то. Тоже смурфик. Трава у дома. Насыпай. Тоже смурфик. Тоже смурфик. Смотри, прикольный. Пишу. А, я не так делаю. А у него Дед Мороз и вот такой шарик. А, шарик, шарик. А, он еще из садика Николая принес. Ты там уже открыл? А ты открыл игрушку уже, нет? Вот я целый день ждал. Подожди, ну, ты молодец. Давай. Вот тут вот над этим. Давай над бумажкой. А где колодочка? Я не знаю. Ну-ка, открывай. Над этим давай, да, вот там открывай. Ходи, зубами. Ты что творишь? Мама? Кто там? Машинка. Машинка какая-то. Или не знаю. Да, на мусоре его, конечно, капитально. Давай убирать. Вот два смурфика. Так что я забрал? Ребята, смотрите, что папа привез нам здание с работы. Вот такие вот подарочки с конфетками он привез. Я уже один открыла, это мой, это Данин. Сейчас давайте посмотрим, что там внутри. Тут очень много конфет, давайте посмотрим. А, одинаково высыпать не надо. Что? Да, тут они одни и те же. Так, это мама с папой, это тебе. О, пошла, тебе, пошла. Вот это мои любимые конфетки. Это тоже тебе с папой. Угу. Так, вроде. А вот это еще тебе с папой. И это тебе с папой. Это тоже нам все. Все, вроде бы. А тебе что? Без сухофруктов. Посмотри, самую вкусноту поотдавала. Чернослив, курага, сухофрукты всякие. Орешки. Ты даешь. Вот это мои любимые. Вот эти вот. Потом еще мне нравится контик. Вот эти вот вкусные. Это орешки в меде.
Вот мои любимые, смотрите, вот это вот, это. Потом птичье молоко я люблю. Тут много птичьего молока разного. Ну, вроде бы из этих и все. Ну, а вот это тоже очень вкусное, мне нравится. Ну, в принципе, тут все вкусные, но вот это вот мои самые любимые из этих. Вот. Ну, мы, конечно же, эти конфеты все есть сразу не будем. Мы будем их есть по одной, максимум по две конфетки в день, чтоб живот не болел. Да. И не обсыпало. Да. Мои любимые можно съесть. Внутри. Давай собирай, а то сейчас Даня придет и не будет у тебя конфеток. Убирай. А у него... Ребята, мы получили много подарков. Мы уже приехали от бабушки домой. Уже вечер. Вот это часть подарка. Их много. Вот еще одна надгрызанная. Даня съел пол головы. Я уже своего снеговика съела. Ребята, нам повезло, потому что мы получили подарки не только дома. Минутная пауза. Жору надо от дивана. Жоре надо дать по попке. Жорка, не дели диван. Ты посмотри, паразитёныш. Жора, ты что делаешь? Ребята, нам повезло, потому что мы получили подарки не только дома, а еще и у бабушки. Ну что, на этом можно видео закончить. Ждем теперь Нового года, но перед этим у меня через 2 дня день рождения. Ну а кому понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал Мисс Софи. Всем пока-пока, до скорых встреч. А не тёмно целовать? Пока-пока.